Что-то прохладно сегодня для начала сентября. И это неудивительно. Привет, друзья! Мы находимся в необычном месте. Мы находимся в полуприцепе рефрижератора Grünmut. Наши инженеры всегда стараются все протестировать и проверить, прежде чем выпускать прицеп в серию. Вот и я решил еще раз проверить все лично. Наш полуприцеп рефрижератор Grünmut полностью готов к презентации. И это про него наш лозунг «Хоть на край света», ведь мы уверены, что он не только доставит ваш груз туда, но и вернется обратно. Так получилось, что наш полуприцеп оказался сразу востребован на рынке, и мы получили предзаказы от наших постоянных клиентов. На сегодняшний день 103 полуприцепа уже ездят по дорогам нашей страны, и по сути мы презентуем вам готовый продукт, который сразу уедет работать. Алексей Алексеевич, ау, вас ждут переговорки. Пойдем, скоро вернусь. Это были очень интересные переговоры, и речь шла о нашем втором полуприцепе. Вторым нашим хитом, несомненно, является шторный полуприцеп. Это логистический двигатель всех времен и народов, наверное. А сейчас это особенно актуально, потому что перевозки внутри страны сильно выросли. Этот полуприцеп олицетворяет возможности нашего нового завода в Пригольске, который способен выпускать более 300 единиц полуприцепов в месяц. Мне кажется, в этом году сам стенд нашей компании на Комтранс указывает на серьезность нашего подхода к своему делу. Мы стараемся относиться ко всему с холодной головой и с горячим сердцем. На этом я хочу с вами попрощаться. И, друзья, помните, что Grünmut поедет с вами хоть на край света. Счастливо!